Здравствуйте. Российское телевидение, главная редакция спортивных программ «Арена» начинает репортаж о центральном матче 13-го тура чемпионата России по футболу. В Москве встречаются столичные спартаковцы, чемпионы России 97-го года, пятикратные чемпионы нашей страны и футболисты волгоградского «Ротора». Сразу же хочу познакомить вас с составами команд. Давайте начнем с наших гостей. В воротах Платон Захарчук, первый номер. По вторым номерам будет играть Александр Шмарко. Номер третий — Владимир Смирнов. Четвертый номер — Андрей Кривов. Пятый — Александр Беркетов. Шестой — Альберт Борзенков. Седьмой номер — Денис Зубков. Восьмой — Михаил Осинов. Под девятым номером на поле выйдет капитан волгоградского «Ротора» Олег Веретенников. Десятый номер — Валерий Есипов. Одиннадцатый номер — Виталий Абрамов. Старший тренер волгоградского «Ротора» Виктор Прокопенко. «Спартак» в воротах. Номер первый — Александр Филимонов. Под вторым номером будет в сегодняшнем матче выступать Сергей Горлукович. Номер третий — Дмитрий Парфенов. Номер четвертый — Илья Цимбаларь. Номер пятый — Мирослав Ромащенко. Под шестым номером на футбольное поле выйдет Дмитрий Ананко. Номер седьмой — Алексей Милешин. Номер восьмой — Дмитрий Оленичев, капитан команды, капитан московского «Спартака» в сегодняшнем матче. Девятый номер — Егор Титов, 10-й номер — Максим Бузникин. И под 11-м номером сегодня выступает Андрей Тихонов, старший тренер московского «Спартака» Олег Романцев. Судят сегодняшнюю игру бригада арбитров, которую возглавляет Лом Али Ибрагимов, судья из Грозного. Ему помогает Сергей Андреев из Новосибирска и судья республиканской категории из Нижнего Тагила Сергей Исаков. Итак, центральная игра 13-го тура — «Спартак-Ротор». Матч, который мог и не состояться. Я думаю, что все поклонники футбола, да вообще просто телезрители, знают, что сегодня произошло ночью в Москве, когда на столицу России обрушился шквальный ветер. Сегодня с самого утра на улицы вышли дворники, спасательные службы, службы города для того, чтобы расчищать завалы, убирать вывороченные с корнем деревья, сучья, поваленные рекламные щиты, снесенные автобусные трамвайные остановки. Во многих районах города просто не ходят трамваи и троллейбусы, потому что оборваны линии контактных проводов. Но, к счастью, здесь, в Черкизово, на стадионе «Локомотив», все в порядке, и встреча началась. Напомню, что после 12 сыгранных туров, сыгранных в чемпионате России туров, возглавляют турнирную таблицу футболисты санкт-петербургского «Зенита», которые набрали 23 очка. Волгоградский «Ротор» уступает зенитовцам 2 очка и занимает пока вторую строчку в турнирной таблице. А вот соперники волгоградцев — московские спартаковцы — пока на 8-м месте, у них 16 очков. Но «Спартак» провел всего лишь 10 игр, поэтому по потерянным очкам спартаковцы уступают пока только лишь футболистам из Санкт-Петербурга. На ваших экранах Валерий Есипов. Я думаю, что особое внимание сегодня футболисты московского «Спартака» должны уделить вот этой паре футболистов «Ротора» — Валерий Есипов, Олег Веретенников. Понятно, почему. Олег Веретенников не только на данный момент лучший бомбардир чемпионата России. Давайте посмотрим за этой атакой. Андрей Кривов сейчас наносил удар по воротам Александра Филимонова, но голкипер московского «Спартака» правильно выбрал позицию и поэтому без особого труда сумел овладеть этим мячом. Спартаковцы начинают атаку. Так вот, Олег Веретенников не только лучший бомбардир нынешнего сезона, он уже на сегодняшний момент набрал, забил 11 мячей. Но в этом чемпионате стал забивать и Валерий Есипов. В последних 4 играх Есипов забил 5 мячей. И теперь вот эта пара футболистов «Ротора» — Веретенников-Есипов — на свой счет записала в 12 турах 16 мячей. Это из 24, которые вообще забил волгоградский «Ротор» в нынешнем сезоне. Поэтому понятно, что футболистам, которые записали на свой счет львиную долю голов «Ротора», спартаковцы должны отнестись с повышенным вниманием. Штрафной у мяча Илья Цимбаларь. Его удар приходится в стенку. Дмитрий Оленчев пытался повторить удар, но не очень удачно. Мяч ему пришел на ногу, поэтому пришлось
отдать назад своим защитникам. Сегодня у московских спартаковцев, я смотрю, значительно перекроена линия защиты. Дело в том, что из-за четырех желтых карточек пропускает встречу Дмитрий Хлестов. Поэтому Олегу Ивановичу Романцеву сегодня пришлось поломать голову над тем, как ту же линию обороны выставить на матч с одним из лидеров нынешнего чемпионата России. Я смотрю, что место свободного защитника, как всегда, занимает шестой номер Дмитрий Ананко. Сергей Горлукович, ветеран российского футбола московского «Спартака», перешел с правого фланга на левый. И Мирослав Ромащенко, как всегда, занимает позицию переднего защитника. Ну, вообще, наверное, трудно сказать. Вообще-то, конечно же, Мирослав защитник, но иногда он подвигается чуть вперед и занимает как бы позицию опорного полузащитника. Ну, давайте посмотрим, как сейчас развиваются события на поле. Ананко с мячом. Милешин. Милешин, полузащитник московского «Спартака». Алексей Милешин появился на поле впервые за несколько последних игр. В общем-то, «Спартак» последние матчи чемпионата России плюс финальный матч Кубка России по футболу выступал в одном составе. В общем-то, каких-то существенных изменений не происходило. Вот только лишь сегодня, из-за того, что не играет Хлестов, на поле появился Алексей Милешин. И пока Милешин занял позицию правого полузащитника, по всей видимости, Дмитрий Парфенов, который в предыдущих встречах выполнял как раз эту функцию правого полузащитника, он сегодня будет играть на правом краю спартаковской обороны. Горлукович ищет продолжение для атаки, а вот его передача Егору Титову оказалась неточной. Ну что ж, я не думаю, конечно, что сейчас Лом Али Ибрагимов покажет спартаковскому защитнику желтую карточку, хотя на чемпионате мира во Франции, я думаю, что Горлукович бы увидел перед собой желтую карточку немедленно, без всяких размышлений и рассуждений со стороны арбитра. Но чемпионат России – это не чемпионат мира. Александр Филимонов завладел мячом и сейчас будет начинать атаку своей команды. Я думаю, что, естественно, нам сегодня никак не избежать сравнений с матчами чемпионата мира, который продолжается во Франции. Ну, давайте посмотрим за этой атакой. Милешин с мячом. Кто-нибудь из его партнеров поддержит своего полузащитника. Неплохая была передача. Илья Цимбалай наносил удар сходу, но мяч пролетел над перекладиной ворот волгоградского ротора. И сейчас Платон Захарчук ведет мяч в игру. Естественно, нам не избежать сравнения с тем, как играют сейчас во Франции лучшие футболисты мира. Я не знаю, говорит ли за это спасибо организаторам чемпионата России, которые вот приняли такое мудрое решение не останавливать наш внутренний чемпионат на время проведения мирового футбольного форума во Франции. Но так или иначе, у нас появилась возможность для сравнения посмотреть, как играют наши команды, сравнить с тем, как выступают сильнейшие сборные во Франции, посмотреть, что у нас получается и что у нас не получается, и, может быть, даже ответить на вопрос, почему не получается, почему российские клубы максимум добираются до полуфиналов европейских кубков, а сборная так и вовсе не попала на главный турнир четырехлетия во Францию. Денис Зубков сейчас... Зубко сейчас не смог с этой передачей справиться. А вот сами же спартаковцы для себя создали проблемы. Если бы делал передачу Зубко направо, слишком сильно. Но атака продолжается. И волгоградцы заработали угловой. Это первый угловой в сегодняшнем матче у ворот Александра Филимонова. Олег Веретенников, капитан ротора, отправляется к угловому флажку. Но, как правило, штрафные, свободные, угловые у волгоградской команды исполняет именно Веретенников, капитан.
5 футболистов волгоградского ротора пришли в штрафную Александра Филимонова. Вышел мяч за лицевую линию? Нет. Арбитр показывает, что можно продолжать встречу. Андрей Тихонов. Но продвинуться дальше линии, центральной линии поля, полузащитнику московского «Спартака» не удалось. Волгоградцы выбили мяч, и спартаковцы будут вводить его из-за боковой линии. Две последние игры, и та и другая команда в чемпионате России провели, в общем-то, с одинаковыми показателями. Если в игре 11-го тура волгоградцы сыграли в ничью с Калининградской «Балтикой» в гостях 2-2, то «Спартак» одержал победу над московскими армейцами со счетом 2-1. И в предпоследнем туре, в 12-м, «Ротор» одержал у себя дома крупную победу над футболистами Тюмени со счетом 5-1, а «Спартак» сыграл в ничью с торпедовцами 1-1. Таким образом, в двух последних встречах обе команды набрали по 4 очка. Горлукович сейчас с мячом сделал передачу Оленичеву. Тихонов сейчас сместился в центр от левой бровки, но никто туда, на левый фланг, который освободил полузащитник «Спартака», не сместился из его партнеров. Грулукович с мячом. Титов. Егор Титов ищет продолжение для атаки. Очень хорошая передача. Не знаю. Мне показалось, что передача Дмитрия Оленичева партнеру уже была лишней. Капитан московского «Спартака» мог, конечно, и сам нанести удар по воротам Захарчука, но вот решил все-таки попытаться выжать из этого эпизода максимум, а его партнеры здесь сыграли не так удачно, как, может быть, рассчитывал Дмитрий. Дмитрий Оленичев, ну, поклонники футбола наверняка знают, это, кажется, новость уже давно облетела ряды поклонников российского футбола. Дмитрий Оленичев уезжает в Италию, будет выступать в итальянском чемпионате, защищать цвета футбольного клуба «Рома». Последнюю свою встречу за московский «Спартак» Дмитрий проведет 1 июля, когда «Спартак» будет принимать новороссийский «Черноморец». Поэтому, по сути дела, наблюдать за игрой Оленичева российским поклонникам футбола воочию осталось не так уж и много. Нет, это прострельная передача 7-го номера Дениса Зубко. Цели не достигла. Мяч покинул поле. И быстро-быстро Александр Филимонов ввел его в игру. Парфенов. Оленичев. Делал сейчас передачу налево Горлуковичу. Но там Валерий Есипов прервал полет мяча. Но по-прежнему с мячом футболисты столичной команды. Снова Оленичев. Чуть больше 10 минут отыграли команды в первом тайме этого матча. И пока, в общем-то, территориальным преимуществом владеют спартаковцы. Правда, им все время приходится быть начеку, опасаясь быстрых контратак в исполнении волгоградских футболистов. У волгоградцев пока вперед выдвинут 7-й номер Денис Зубко. И Есипов, и Веретенников действуют из глубины поля. Причем Есипов обосновался ближе к правому флангу. Но это уже привычное для него место. Еще одна хорошая атака левым краем. И уже передачу в район 11-метровой отметки делал подключившийся в атаку Сергей Горлукович. Андрей Тихонов. Андрей Тихонов отправился к угловому флажку выполнять угловой удар. Спартаковцы значительные силы отрядили сейчас к воротам Платона Захарчука. Но здесь, конечно,
головой сыгрались в этом эпизоде лучшие гости. Милешин. Бузникин. Мяч покинул поле, и Ломали Ибрагимов показывает, что угловой должны подать с правого фланга спартаковцы. С правого фланга атаки у спартаковцев, как правило, угловой выполняет Илья Цимбаларь. Вот он сейчас у углового флажка Илья Цимбаларь. Кстати, 17 июня он отпраздновал день рождения, поэтому, хотя и с запозданием, мы можем его поздравить. Из-за боковой линии сейчас должны вводить мяч волгоградцы. Это сделает шестой номер Альберт Борзенков. Длинная передача в центр поля на Есипова. Есипов сбрасывал мяч Денису Зубко, но до того мяч не дошел. И уже Парфенов. Парфенов на правом краю. Передача в направлении Андрея Тихонова. Ну и здесь удачной головой играет защитник волгоградского ротора. Это был третий номер Владимир Смирнов. Грулкович будет первым у этого мяча. Очень активно тут сразу же включились в отбор защитники волгоградского ротора и добились права ввести мяч из боковой. Парфенов. Но обратите внимание, уже начинают прессинговать, начинают коллективный отбор мяча волгоградцы на половине поля «Спартака», тем самым затрудняя чемпиону начало атаки. Не знаю, входит ли это в план игры, который заработал Олег Иванович Романцев на эту встречу. Но я уже второй раз вижу, как Андрей Тихонов уходит в центр поля, освобождая левый фланг атаки спартаковской. И туда устремляется Сергей Горлукович. Может быть, это всего лишь эпизод, а может быть, спартаковцы и дальше собираются играть таким образом. Посмотрим. Длинный перевод мяча с левого фланга на правый. Там Дмитрий Оленичев. Титов. Сам пойдет вперед. А Милешин был не готов к этой передаче. Сейчас забыли про Милешина защитники, игроки обороны волгоградского ротора. И Титов именно ему отправлял мяч, именно ему делал передачу. Но похоже, что сам Алексей Милешин не ожидал. Бузникин получает удар по ногам. И Ломали Ибрагимов полез в карман за желтой карточкой. Давайте отметим. Второй номер волгоградской команды Александр Шмарко получает желтую карточку. 17 минут сыграли команды в первом тайме. Первая желтая карточка в сегодняшней встрече. Сейчас оказывают помощь Максиму Бузникину. Ну, Максим Бузникин применительно к сегодняшней ситуации, учитывая, что «Спартак» встречается с ротором, в общем-то, фигура для волгоградцев, для спартаковцев символическая. Дело в том, что в прошлом сезоне, когда эти соперники встречались здесь же, в Москве, на стадионе «Локомотив», на этом же стадионе «Локомотив», и «Спартак» одержал победу со счетом 3-2, именно Максим Бузникин забил все три мяча, сделал все три в той игре. Поэтому с ним у волгоградцев должны быть связаны неприятные воспоминания. Впрочем, так же, как и с фамилиями Валерия Кеченова и Александра Шарко, которые забили по мячу в решающей игре прошлого сезона
последней игре чемпионата в Волгограде, в игре, которая решила судьбу золотых медалей. Тогда спартаковцы победили 2-0, но сегодня ни Шарко, ни Кечина, к сожалению, не выступает. Оба восстанавливаются, залечивают травмы. Очень хороший перевод мяча сейчас Веретенникову. Парфенов сыграл здесь удачно против капитана волгоградцев. Но атака ротора продолжается. А передача 11 номера Виталия Абрамова оказалась очень и очень неточной. Титов хотя и успел к мячу, но мяч обработать не сумел. От его ноги мяч ушел за боковую линию. Аут. Мяч из аутов будет сбрасывать Александр Шмарко. Быстрая контратака спартаковцев. Тихонов, нет, Тихонов к этому мячу не успеет. А начинал эту атаку Дмитрий Парфенов. Вот видите, какой большой объем работы сегодня Парфенов выполняет на поле. Хватило бы сил на все 90 минут встречи. 20-я минута игры. Счет пока не открыт. Напомню, на поле московского стадиона «Локомотив» встречаются московский «Спартак» и волгоградский «Ротор». Веретенников. Отлично сыграл сейчас голкипер «Спартака» Александр Филимонов. Успел он дотянуться до этой передачи. А передача Веретенникова была чрезвычайно опасной, нацеленной. И если бы не голкипер москвичей, то, по всей видимости, Денис Зубков смог бы замкнуть этот прострел своего капитана. Титов. Не совсем удобной была эта передача для цимбаларя. Кто-то сейчас из спартаковцев должен помочь своему четвертому номеру. Ну что ж, Горлукович может бить с дальней дистанции, умеет это делать. Правда, сейчас не совсем это получилось у спартаковского защитника. Долго он приложился к этому мячу и все равно отправил значительно выше ворот этот мяч. Бузникин. Есипов. Но здесь эту ситуацию четко контролировал Филимонов, поэтому первым был у мяча и дал ему возможность уйти за лицевую линию. Смотрите, как далеко отошел к своей штрафной капитан спартаковцев Дмитрий Оленичев для того, чтобы начать атаку. Ананка. Но вот сейчас и Оленичев оказался на позиции последнего защитника. Тихонов сейчас хотел сразу двоих волгоградцев обыграть, но партнеры подстраховали. Филимонов. Пока футболисты волгоградского ротора в защите действуют исключительно внимательно. Без присмотра спартаковцев не оставляют. И свободных зон, дыр в защите волгоградцев тоже не наблюдается. Поэтому очень сложно спартаковцам искать продолжение атаки. Здесь, в общем-то, только за счет движения, очень интенсивного движения полузащитников и нападающих можно чего-то добиться, можно растянуть оборону волгоградцев, создать в ней бреши. Но пока
этого у спартаковцев не получается. Смирнов сейчас делал передачу Зубко, но передача оказалась неточной. Парфенов, справа Мелешин. Ибрагимов показывает, что против Оленичева действовали в пределах правил, поэтому остановки не последует. И вот сейчас хорошая возможность для контратаки у волгоградцев. Зубко. Ну, по-моему, Зубко явно промедлил. Уже давным-давно мог нанести по воротам Филимонова удар. Семерка волгоградцев. Или сделать передачу. Предложение для развития атаки у него были. Но не лучшим образом сейчас действовал Денис Зубко в этом эпизоде. Захарчук. Ногой выбивает мяч далеко на половинном поле спартаковцев, а там в офсайде оказались сразу два футболиста ротора. Если говорить о статистике встреч друг с другом этих команд, то за 6 чемпионатов России и «Спартак» и «Ротор» провели 12 очных встреч. Спартаковцы в этих поединках одержали 5 побед, причем 3 из них на своем поле домашней победы. Ротор побеждал 3 раза. Из этих 3 побед 2 футболисты Ротора побеждали на своем поле. И 4 ничейных результата зафиксировали арбитры в поединках двух этих команд. Таким образом, пока баланс встреч складывается в пользу спартаковцев. И самое главное, что в прошлом сезоне футболисты «Спартака» одержали победы в обеих встречах. Напомню, что в первом круге спартаковцы победили волгоградцев здесь, на поле стадиона «Локомотив» со счетом 3-2. 3 мяча тогда забил Максим Бузникин, я уже об этом говорил. Ну и самая главная, наверное, игра прошлого сезона, прошлого чемпионата – это встреча «Ротора» и «Спартака» в Волгограде. Спартаковцы и в гостях победили 2-0. Эта победа принесла им золотые медали чемпионов России. В этом сезоне команды уже успели встретиться друг с другом. Это была игра полуфинала Кубка России. И снова в Волгограде спартаковцы отпраздновали победу с тем же счетом 2-0. Счет 2-0, похоже, становится в поединке этих команд популярным. Снова кто-то из спартаковцев лежит на газоне. Да, это Дмитрий Парфенов. Остановлена встреча. И сейчас Мирослав Ромащенко делает передачу Дмитрию Оленичеву. Оленичев дальше на Бузникина, но там Бузникин уже очень плотно опекает Альберт Борзенков. Правда, защитник ротора действовал против нападающего москвичей нарушением правил. Свободный. Цимбаларь с Оленичевым разыграли этот свободный. А передача Горлуковича оказалась неточной. Ну вот еще одно подключение в атаку Сергея Горлуковича. Правда, теперь ему нужно быстро возвращаться в оборону. Повезло сейчас спартаковскому защитнику. Повезло в том, что передача Веретенникова, которую он пытался сделать на правый край Есипова, оказалась неточной. А так перед 10-м номером волгоградцев открывалось совершенно чистое пространство. В зону, оставленную Горлуковичем, он мог врываться беспрепятственно. Еще одна атака. Волгоградцев, и снова она глохнет на ближних подступах штрафной спартаковцев. Убежит Мелешин сейчас от 11-го номера ротора. Зря. Не ему сейчас делают передачу Оленичев. Передача была адресована не Мелешину, а Титову, который открывался правее.
Обидно, хорошая была возможность сейчас для того, чтобы результативно завершить эту комбинацию у спартаковцев. 28 минут отыграли команды в первом тайме, а счет так и не открыт. Пока здесь у нас на стадионе «Локомотив» в Черкизово 0-0. Зубко. От спартаковцев мяч ушел за боковую, поэтому сейчас футболистам ротора предстоит начинать игру, вводить мяч из-за боковой. Владимир Смирнов. Веретенников. Есипов там пытался оттеснить от мяча Парфенова. Абрамов. Но это не сильный удар и совершенно не опасный для Филимонова, который видел и момент удара, и траекторию полета мяча. Беркетов отдал мяч и сам пошел вперед. Ананка. Ананка подстраховал сейчас Парфенова. А Титов. Титов так не спеша, трусой ухитрился забежать в явный офсайд, в явное положение вне игры. Пятнадцать-16 минут остается командам играть до перерыва. И вот похоже, что постепенно волгоградцы выравнивают игру. Все чаще и чаще они переходят на половину поля «Спартака». Причем в атаке участвуют, как правило, 4-5 футболистов «Ротора». Есипов. И Филимонов с большим трудом переводит этот мяч на угловой. Хороший сейчас удар получился у Валерия Есипова. Уже я об этом говорил в самом начале матча, повторюсь, сейчас очень внимательно надо спартаковским защитникам, да и вообще всем футболистам «Спартака» следить за Есиповым, потому что в очень хорошей форме находится сейчас этот нападающий. Этот мяч, естественно, защитен не будет, потому что Михаил Осинов наносил удар уже после того, как прозвучал свисток лом Али Ибрагимова. Продолжается встреча. Счет все так же не открыт, 0-0. Титов. Веретенников, Есипов, Зубко. Вот так выглядит трио нападения волгоградского ротора. Оленичев. Титов. Но Титову не удалось сразу же укротить мяч, обработать его, поэтому замешкался он. Партнеры ждали от него передачи, а передача не последовала. И уже против Цымбаларя нарушает правило четвертый номер Андрей Криев. Цымбаларь быстро вводит мяч в игру. Парфенов. Ну а теперь уже нарушили правила против Криева. Абрамов пошел вперед. Есипов. Вот в этом эпизоде, пожалуй, спартаковские полузащитники. В первую очередь, конечно же, претензии надо предъявлять полузащитникам, которые оставили перед своей штрафной Олега Веретенникова. Веретенников действует несколько из глубины поля, оттягивается чуть ближе к центру. Ему так удобнее, потому что для него появляется возможность для того, чтобы обработать мяч, посмотреть, оценить ситуацию, где находится вратарь, и ударить. А дальний удар у Веретенникова, в общем-то, в рекомендациях, представлениях, похвалах не нуждается.
Вот сейчас спартаковцы явно бросили волгоградского капитана перед своей штрафной. И просто не совсем удачно Веретенников обработал мяч. А то бы все могло бы для Филимонова закончиться значительно хуже. И уже штрафной будут бить спартаковцы. Илья Цымбаларь у мяча, он пытается... Есипова. И я думаю, что совершенно справедливо сейчас Ломали Ибрагимов показал желтую карточку Валерию Есипову. Произошло это на 33-й минуте игры за затяжку времени. Наверное, так это будет зафиксировано в протоколе. Хороший удар и очень внимательно действовал в этом эпизоде Захарчук. Кривов сейчас наносил удар. Атака волгоградцев, хотел сказать, продолжается, но Зубков потерял мяч. Бузникин с Оленичевым не поняли друг друга. А вот сейчас желтую карточку, я думаю, увидит и Сергей Горлукович. Все правильно. Задерживал руками сейчас спартаковский защитник Валерий Есипов, причем порвал атаку. Сорвал атаку у футболистов волгоградского ротора и совершенно справедливо Ломали Ибрагимов показал желтую карточку спартаковскому защитнику Сергею Горлуковичу. Уже три желтые карточки у нас предъявлено в первом тайме этой встречи. Напомню, что вы смотрите репортаж о матче 13-го тура, в котором встречаются московский «Спартак» и волгоградский «Ротор». Веретенников может себе позволить пробить из такой дистанции. 28 лет этому футболисту, лучшему, напомню, лучшему бомбардиру российских первенств и капитану волгоградского ротора. Горлукович с мячом. В общем-то, очень непросто действовать в сегодняшней встрече Сергею Горлуковичу, потому что непосредственно против него играет Валерий Есипов, футболист, у которого блестящая стартовая скорость. И ветерану «Спартака» очень непросто опекать такого мобильного скоростного нападающего. Только лишь за счет опыта, за счет грамотного выбора позиции может сейчас Горлукович Есипова переиграть. Ну и, конечно же, только с помощью своих партнеров по команде, в первую очередь Андрея Тихонова. Пепси. Генеральный спонсор чемпионата России по футболу. Дмитрий Ананко сейчас был на ваших экранах, шестой номер «Спартака», но он с нарушением правил останавливал Валерия Есипова, и от правой бровки мяч в игру будет вводить капитан волгоградцев Олег Веретенников. Он сейчас у мяча. Ибрагимов показывает, что Тихонову надо отойти на положенные 9 метров. И Филимонов не стал сейчас пытаться забрать мяч в руки. А что показывает Ибрагимов? Ибрагимов считает, что Бузникин подталкивал волгоградского защитника в борьбе за мяч, поэтому волгоградцы будут бить штрафной. Пятый номер Александр Беркетов вел мяч в игру. Беркетов, в общем-то, в последних матчах именно он действует на позиции последнего защитника у волгоградцев.
А Ибрагимов показывает, что можно играть. На его взгляд, нарушения правил штрафной спартаковцев в этом эпизоде не было. Цимбаларь. Оленичев. Бузникин в офсайде. Боковой арбитр четко сигнализирует, что 10-й номер нападающего московского «Спартака» получал мяч, уже находясь в положении вне игры. Очень импозантно выглядит Мирослав Ромащенко вот с такой вот стрижкой. Перепрыгнул сейчас Ромащенко Зубко, хотя, в общем-то, и Зубко тоже не маленького роста. Из-за боковой будет вводить мяч футболиста ротора. Виталий Абрамов это сделает. И снова Парфенов оказался расторопнее, чем Зубко. А раньше у мяча выбил его за боковую линию. Вот так вот потихоньку волгоградцы приблизились к штрафной московского «Спартака» Веретенников. Есипов промахивается. Еще один удар. Ну, пожалуй, сейчас то, что происходит у ворот Александра Филимонова, можно назвать легкой паникой. И, пожалуй, первый реальный голевой момент упускают футболисты волгоградского ротора. Ну, атака волгоградцев продолжается. Кривов. Да, на удар метров 45 сейчас решился Михаил Осинов. Ну, если решился, то, наверное, имеет основание. Волгоградский футболист действует таким образом. И снова из-за боковой мяч будут вводить гости, футболисты ротора. Ромащенко. Хорошая передача. Хороший перевод мяча налево, но там Егор Титов не успевает. К мячу. Около 4 минут осталось командам сыграть в первом тайме. Пока счет не открыт. Не скажу, что игра проходит в высоком темпе. В общем-то, в Москве жарковато, хотя после ночного шквала и ливня дышать все-таки полегче. Но думаю, что сейчас где-то градусов по 30 в Москве. Но это я говорю совершенно не для того, чтобы оправдать тот невысокий темп, в котором играют обе команды. Зубко. И прямо в руки Филимонова отправил Денис Зубко этот мяч. Спартаковцы начинают атаку правым флангом. Парфенов, Оленичев. Нет, от ноги Милешина мяч уходит за боковую линию. Оказался на газоне сейчас 4-й номер волгоградцев Андрей Кривов. С нарушением против него действовал Дмитрий Парфенов. Ну, в общем-то, чисто такой игровой эпизод, игровое нарушение. Здесь никакого злого умысла не было в действиях спартаковского защитника. Шмарко. Передача в штрафную и неточная передача. Милешин. Парфенов сейчас неплохо возвращал мяч Милешину, но Милешин чуть было его не отдал сопернику, и все-таки продолжается атака.
Ромащенко. Хороший, плотный удар. Откидывал сейчас Максим Бузникин мяч, этот мяч своему защитнику. И Ромащенко вложился в удар. Правда, выше ворот проходит этот мяч. Ну, пожалуй, второй такой плотный удар спартаковцев за первые 45 минут. Вернее, 43 минуты, сыгранные здесь, на московском стадионе «Локомотив» в Черкизово. Что там Тихонов сейчас объясняет Мирославу Ромащенко? По всей видимости, Андрей хочет объяснить своему партнеру, что тот должен был открыться, помочь Тихонову в предыдущем эпизоде, когда Андрея Тихонова, 11 номера «Спартака», очень активно атаковали футболисты «Ротора». Ананка, да, направо, длинная передача, направо в направлении Парфенова. Опять Милешин должен был сделать передачу своему партнеру. И с большим трудом спартаковцы вернули себе мяч. Оленичев. Бить неудобно, отдавать тоже некому. А, пожалуй, зря сейчас Дмитрий Оленичев разворачивался в левую сторону. Справа за его спиной в штрафную ротора врывался Андрей Тихонов. И если бы спартаковский капитан прочувствовал этот момент и сделал передачу своему партнеру, очень бы острый момент мог возникнуть у ворот Захарчука. Сейчас такой коллективный отбор продемонстрировали футболисты московского клуба. Оленичев. Стараются разнообразно действовать спартаковцы в первом тайме. То левым, то правым флангом начинают атаки. Используют длинные переводы мяча. Но вот в завершающей фазе атаки, когда уже мяч доставлен к штрафной волгоградцев, не хватает точного паса москвичам. А это быстрый ответ. Быстрый ответ волгоградцев. И кто оказался в офсайде? 11 номер Виталий Абрамов. На нашем секундомере уже пошла первая минута, добавленная Улом Али Ибрагимовым, но это уже, в общем-то, банально, что время, игровое время, за игровым временем следит только судья, только лишь судья отвечает за то, сколько минут сыграют команды в тайме. Пока 0-0. Не открыт счет здесь у нас на стадионе «Локомотив» Черкизово. И снова в атаке московские спартаковцы. Зубко. Зубко прибежал к своим воротам и помешал сейчас Парфенову сделать точную передачу в штрафную. Сейчас все 11 футболистов «Ротора» у своих ворот. Никого не осталось ближе к центру поля. И звучит свисток арбитра Улом Али Ибрагимова. Первый тайм матча «Спартак-Ротор» закончился. Пока на табло нули. Счет не открыт. Закончился первый тайм матча футболистов московского «Спартака» и «Ротора». Вы видите счет. Счет на ваших экранах. Он не открыт. 0-0. Команда уходит на перерыв. И мы будем ждать с вами второго тайма этой игры. Второй тайм матча 13-го тура, в котором на московском стадионе «Локомотив» Черкизово встречаются московский «Спартак» и волгоградский «Ротор». После первых 45 минут счет не открыт, ничья 0-0. На ваших экранах Платон Захарчук, голкипер волгоградца. Во втором тайме ворота
Футболистов ротора будут слева на ваших экранах. Футболисты из Волгограда играют в полосатых черно-синих футболках. Спартаковцы сегодня в белой форме. Я смотрю, что во втором тайме на поле у московского Спартака появился 16 номер Анатолий Конищев. И если я не ошибаюсь, давайте внимательно посмотрим, кого он заменил. Похоже, что нет Максима Бузникина. Ну что ж, вполне традиционная для спартаковских тренеров замена. А сейчас Лум Али Ибрагимов, главный арбитр сегодняшней встречи, назначает штрафной у ворот Александра Филимонова и желтая карточка. А если я правильно понял жест арбитра, она показана пятому номеру Мирославу Ромащенко. Это уже четвертая желтая карточка, которую Лум Али Ибрагимов показал в сегодняшней встрече. По две карточки у каждой. По две желтые карточки у каждой команды. В первом тайме предупрежден был Шмарко и Есипов у ротора. И Сергей Горлукович, второй номер Спартака, также получил желтую карточку за срыв атаки соперников. Олег Веретенников, капитан ротора у мяча. Мощный удар, приходится прямо в стенку. По-моему, Андрей Тихонов на себя принял этот мяч после удара Веретенникова. А эта передача очень и очень неточна. И поэтому Александр Филимонов сейчас ведет мяч от ворот. Итак, давайте для себя отметим, что на место Максима Бузникина на поле появился Конищев. Посмотрим, сумеет ли этот нападающий сделать более острую игру спартаковцев в атаке. Если говорить о том, как развивались события на поле в первом тайме, то, в общем-то, преимущество было на стороне москвичей. Они больше владели мячом, но я бы не сказал, что это преимущество было уж очень большим. Остро контратаковали волгоградцы, очень остро действовало трио их футболистов линии атаки. Это Есипов, Веретенников, Зубко. И в то же время волгоградцы стремились действовать максимально внимательно в обороне. И должен сказать, что им это удалось. В общем, о чем мы свидетельствуем, нули на табло. На табло стадиона «Локомотив». Снова Филимонов вводит мяч в игру ударом ногой. Оленичев. Парфенов сейчас стремится в атаку. Парфенов, который сегодня выполняет, в общем-то, обязанности правого защитника. Конечно, практически от правой бровки сместился в центр поля и сделал передачу Титову. Титов. Нет, напрасно сейчас Егор падал в штрафную. Явно, что пенальти Ибрагимов не даст. И уже быстрый ответ волгоградцев. Зубко. Нет, обыграть Горлуковича Зубко не удалось. И передача была сделана в район 11-метровой отметки 7-м номером ротора неточной. Спартаковцы отправили мяч за боковую линию. Уже Шмарко быстро в игру выбросил из аута. А вот сейчас свисток арбитра прозвучал. И Лум Али Ибрагимов зафиксировал нарушение правил против Дмитрия Ананка. Ананка сегодня играет, ну, впрочем, как и в предыдущих встречах, играет на позиции последнего защитника. Вместо Дмитрия Хлестова, который пропускает игру из-за перебора желтых карточек, слева в обороне Спартака действует Сергей Горлукович, справа Дмитрий Парфенов. А вместо Парфенова на правом крае полузащиты Спартака занял 7-й номер Алексей Милешин. Конищева сбивают. Спартаковцы быстро разыграли мяч. Мог сейчас воспользоваться Анатолий Конищев этой передачи Цимбаларя, но, в общем-то, не совсем удачно сыграл головой 16 номер Спартака. Есипов. Есипов слева
скрывался Зубко, но 10-й номер ротора ему передачу не стал делать. Ну и это тоже, в общем-то, безадресно. Безадресная передача. Филимонов не стал останавливать мяч, дал ему возможность уйти за лицевую линию и будет начинать игру от своих ворот. Егор Титов. Смотрю на бокового арбитра, но тот флажок не понимает. Фиксирую, что Титов в офсайде не был. Правда, ничего из этой атаки «Спартака» извлечь не удалось. И уже Тихонов нарушал правила сейчас в этом эпизоде. Несмотря на то преимущество, которым владел «Спартак» в первой половине встречи, в общем-то, у ворот Платона Захарчука ничего острова москвичам создать не удалось. Ну, запомнились, пожалуй, только лишь два удара издали. Оба они оказались неточными. Ну, так, хотя бы сила их впечатляла. А вот у ротора был, пожалуй, один очень верный момент. Практически стопроцентный момент для взятия ворот. Но по мячу промахнулся Есипов. Вот, пожалуй, и все, что увидели зрители, которые собрались здесь сегодня на трибунах московского стадиона «Локомотив». Я сейчас смотрю, да, ну, я думаю, что, пожалуй, 10-12, столько сегодня болельщиков, естественно, в основном спартаковских болельщиков пришло сегодня сюда, в Черкизово. Это несмотря на то, что, в общем, ночью в Москве прошел шквал, и, в общем-то, можно было бы думать, что москвичи останутся дома у экранов телевизоров. А сейчас очень опасный момент у ворот Филимонова возник. Мяч по замысловатой дуге летел в сторону ворот. И, в общем-то, все смотрели на этот мяч, он попал в штангу. И уже «Спартак» в атаке. Оленича. Хорошая передача Тихонова. Оленичев. А этот удар для Захарчука особой сложности не представлял. Капитан московского «Спартака» Дмитрий Оленичев, который очень скоро отправляется в Италию, будет выступать за итальянскую «Рому». Очередной наш легионер, который отправляется в итальянский чемпионат. Посмотрим, удастся ли Дмитрию закрепиться в составе «Ромы», подойдет ли он по своим кондициям, по манере игры Земану, тренеру, который работает сейчас с римским клубом. Но будем надеяться, что у Дмитрия в Италии все получится. Очень хочется на это надеяться. А сейчас еще одна замена. Еще одна замена в «Спартаке». Поле покидает Алексей Милешин. И появляется на газоне московского стадиона «Локомотив» любимец спартаковской торсиды Робсон Луис Перейра. Ну или просто Робсон. Таким образом, Олег Романцев усиливает атаку. А Робсон не пошел вперед. Он не понял сейчас замысла Андрея Тихонова. 13-й номер Луис Перейра Робсон. И снова с мячом спартаковцы. Что ж, такая же картина, как и в первом тайме. Спартак больше контролирует мяч, волгоградцы очень остро атакуют. Очень острые контратаки в исполнении волгоградских форвардов и полузащитников. И спартаковцам надо быть чрезвычайно внимательными. По такой игре, которую сегодня демонстрируют обе команды, судьбу матча может решить один единственный забитый мяч. И важно, чтобы этот мяч не влетел в твои ворота. Смирнов сейчас устремился в атаку по правому флангу.
передачу делал в направлении Веретенникова, но также Лимонов внимателен и первым успевает к этому мячу. Робсон. И мяч влетает в ворота Платона Захарчука. Анатолий Конищев. Именно он становится автором первого забитого в сегодняшнем матче мяча. Ликуют спартаковские фанаты, спартаковские болельщики, которые здесь в основном уже по традиции занимают трибуну за воротами. Робсон на ваших экранах. Именно он сейчас участвовал, начинал эту результативную атаку. В общем-то, очень неплохая сейчас атака удалась футболистам московского «Спартака». Все правильно они сейчас сделали, и Робсон, и Титов, и Конищев. Удар. Этот Камбаларь отважился на дальний удар, метр с 25, но мяч далеко от ворот покидает поле. Илья Цимбаларь на ваших экранах. А это Анатолий Конищев. Первый его гол, который он забил в нынешнем сезоне, выступая за московский «Спартак». Ну что ж, всем хорошо известно, что тренеры «Спартака» пригласили этого форварда в межсезонье. Именно с таким расчетом, чтобы усилить спартаковскую атаку, чтобы в спартаковской атаке появился мощный рослый форвард, который был бы способен не просто перегрызть, а протаранить оборону соперников. Но пока не очень складывается игра у Конищева. И будем надеяться, что вот этот забитый мяч поможет ему обрести психологическую устойчивость, уверенность в собственных силах. А в общем-то способности этого форварда всем поклонникам футбола хорошо известны. Ну а теперь вперед пошли волгоградцы. Они пока проигрывают, им необходимо отыгрываться, им необходимо забивать. Поэтому я думаю, что сейчас в атаке у ротора появится не только Зубко, Есипов и Веретенников, но и их партнеры пойдут вперед. Четвертый номер волгоградцев Андрей Крилов сейчас у мяча. Игорь Лукович выносит мяч из своей штрафной площадки. Ну вот теперь уже все команды. Ротор перешел на половину поля «Спартака». Только шестой номер Альберт Борзенков дежурит в центральном круге, так присматривая за Робсоном. Ну, похоже сейчас, что изменился рисунок игры спартаковцев. Илья Цимбаларь оттянулся, отошел ближе к центру поля. Оленичев, наверное, будет действовать больше на правом фланге. И вперед выдвинулись Конищев и Робсон. Такая пара мощных форвардов сейчас впереди у «Спартака». Ромащенко, до него передача не доходит, не точная. Оказалось, это передача в исполнении Горлуковича. Ананков успел помешать Есипову остановить, обработать этот мяч, сделать нацеленную передачу. Если я сейчас правильно понял объявление судьи-информатора по стадиону, то во Владикавказе, где встречаются «Алания» и «Московская Динамо», после первого тайма счет ничейный 1-1. Я должен сказать, что сегодня, помимо нашей встречи, репортажа которой вы сейчас смотрите на российском канале, проходит еще 6 матчей. Давайте посмотрим за этой атакой волгоградцев. Лом Али Ибрагимов показывает, что можно продолжать встречу. Мяч выходит за боковую линию. Так вот,
Сегодня «Алания» принимает у себя дома московских «Динамовцев». В Сочи встречаются «Жемчужины» и «Россельмаш». В Элисте «Уралан» играет с московским «Локомотивом». В Самаре «Крылышки», футболисты «Крылесоветов» принимают лидера «Санкт-Петербургский Зенит». В Тюмени проходит матч Тюмени и Ярославского «Шинника». И, наконец, в Москве ЦСКА играет на своем стадионе на Песчаной улице с «Торпедовцами». Веретенников наносит удар, что показывает Ломали Ибрагимов. Арбитр встречи фиксирует, что мяч уходит за лицевую линию, не коснувшись никого из спартаковских игроков. Поэтому спартаковцы, а именно Александр Филимонов, начинал эту атаку. Титов. И справа Цимбаларь, но Есипов нарушает правила, правда, желтую карточку он вряд ли увидит. Уже одно предупреждение у Есипова есть, и сейчас второе предупреждение означало бы для него удаление с поля. Хорошая была атака, хорошую передачу сделал Цимбаларь Тихонову, но у Тихонова удар не получился, вернее, ему помешали нанести точный удар футболисты Ротора. Верлукович. Так вот, о сегодняшних матчах. Сегодня освобождены от игр «Калининградская Балтика» и «Новороссийский Черноморец». Дело в том, что вчера футболисты из Калининграда проводили матч первого этапа розыгрыша Кубка Интертото. Они принимали у себя на поле в Калининграде «Варнинский Спартак» и одержали победу со счетом 4-0. Мы поздравляем калининградцев с этой победой. И теперь будем ждать, как они сыграют на поле соперника 28 июня. Таким образом, две эти команды, Балтика и Черноморец, Новороссийский, сегодня в этом туре не играют. А все остальные команды сегодня проводят очередные игры. И не успевает сейчас за мячом, кто это из волгоградцев был. Александр Шмарко, я так долго смотрел, долго ждал, когда Шмарко повернется ко мне спиной, чтобы я из своей комментарской кабины смог увидеть номер на его футболке. Робсон в атаке. Очень активно Робсон вошел в игру. Повезло сейчас Егору Титову. Вполне мог Ломали Ибрагимов показать девятому номеру спартаковцев желтую карточку. А мы смотрим вот за этим моментом, когда Титов рукой за футболку останавливал футболиста волгоградского «Ротора». Ну и сейчас у нас возникла пауза. Здесь оказывают помощь кому-то из волгоградцев, лежащему на газоне. Пепси. Генеральный спонсор чемпионата России по футболу. Александр Филимонов на ваших экранах был. Ну, тут все в порядке, все обошлось. Поднялся с травы Александр Шмаркович, но он сейчас получал помощь и волгоградцы с мячом. Борзенков. Кривов переводит мяч на левый фланг, а там Цимбаларь отобрал этот мяч у Шмарко. И снова Робсон в атаке. Оленичев предлагал себя на правом фланге. Но атака спартаковцев продолжается. Титов. Остановился, ждет, когда партнеры предложат себя. И Цимбаларь небрежно сейчас вот в этом эпизоде сыграл Илья Цимбаларь. Но исправил свою ошибку, отобрал мяч, вернул мяч своей команде. Робсон. Читалась эта передача Робсона в адрес Конищева, поэтому Борзенкову не составляло большого туда перехватить мяч. Сейчас уже Зубко не смог переиграть Дмитрия Ананка.
Есипов. Смирнов предложил себя сейчас на правом фланге. Защитник волгоградцев получил мяч. Но дальше развитие эта атака не получила. И сейчас Александр Филимонов ведет мяч в игру от ворот. Дмитрий Парфенов только что на ваших экранах промелькнул. Очень сегодня неплохо действует этот полузащитник спартаковцев. Правда, в сегодняшней встрече он выполняет функции правого защитника. Но очень часто подключается в атаку и делает это совсем неплохо. Цимбалат. Жаль, подскользнулся сейчас Дмитрий Оленичек. Горлукович потерял мяч. Бросился за Веретенником, а мяч оказался за спиной спартаковского защитника, но все обошлось. Оленичек, Цимбалат. И дальше направо на Конищева. И уже в центре штрафной волгоградского ротора Тихонов открывался и предлагал себя. Но Конищев решил пробить сам. Робсон, можно играть? Нет офсайда. Робсон очень неаккуратно обработал мяч, далеко его отпустил. Смирнов. Борзенков. Не зря сейчас Парфенов сигнализировал о том, что волгоградцы были в положении вне игры. Можно играть. Ну, вот в этом эпизоде Филимонов очень грамотно разобрался в эпизоде. Почувствовал, что только лишь ближний угол может пробить сейчас волгоградский футболист. Занял правильную позицию, и мяч прямо к нему в руки пришел. Робсон. Интересно, куда сейчас смотрел Егор Титов и о чем он думал. Такую явную передачу. Вот такая серия ошибок. И Есипов простил сейчас Валерий Есипов оборону Спартака. Филимонов, конечно, сейчас может что-то оспаривать у бокового арбитра. По всей видимости, голкипер Спартака посчитал, что 10-й номер ротора находился в положении вне игры. Но это все спорно. А бесспорно то, что Валерий Есипов в этом эпизоде простил спартаковскую оборону и вратаря. Сейчас уже Дмитрий Ананко в прыжке головой выносит мяч из штрафной. Робсон. Вот в эти минуты явно ротор перехватил преимущество. Уже несколько опасных атак волгоградцы провели. Правда, с другой стороны, у Спартака появились возможности для контратаки. И Спартак этими возможностями может воспользоваться. А о чем сейчас сигнализируют Робсон и Конищев Ломали Ибрагимову? Поднят вверх флажок бокового судьи. Угловой у ворот Платона Захарчука. Андрей Тихонов сейчас отправился его выполнять. Похоже, что и Виктор Прокопенко готовит замену. Но Андрей Тихонов выполняет угловой удар. Не успел сейчас Мирослав Ромащенко развернуться, нанести удар по воротам Захарчука. Цимбалар. Тихонов. Снова Цимбалар с мячом. Сам пойдет вперед. Нет, не было сейчас скорости у Цимбаларя, поэтому не рискнул он пойти в обыгрыш. Оленичев. Если бы Робсон сейчас дотянулся до этого мяча и сумел бы головой переправить его в ворота, получился бы красивейший гол. И снова мяч у Робсона. Робсон скидывает его Конищеву. Конищев упускает
верный шанс второй раз отличиться в сегодняшнем матче. И Лом Али Ибрагимов показывает, что могут сейчас футболисты ротора произвести замену. Должен покинуть поле четвертый номер Андрей Кривов. И кто появляется на площадке? Александр Зернов. Прокопенко усиливает свою атаку. Александр Зернов очень способный, талантливый нападающий, но в этом сезоне действует и играет он очень неровно, поэтому чаще появляется на поле, выходя на замену. Но сегодня фамилия Зернова у нас уже звучала в нашем репортаже. Я вам рассказывал о прошлогодней встрече этих соперников здесь, в Москве, на поле стадиона «Локомотив». И тогда хитрик сделал Максим Бузникин, забив 3 мяча в ворота ротора. А 2 мяча, которые влетели в ворота спартаковцев, как раз на свой счет записал Александр Зернов. Еще одна замена. Появился на поле 14 номер Николай Олейников. А кого он заменил? Если я правильно разобрался в эту ситуацию, заменил он Денису Зубко. Ну, давайте посмотрим. Есипов на поле, Веретенников на поле. Вот Денису Зубко я не вижу. Да, скорее всего, Денис Зубко покинул поле. Таким образом, по 2 замены провели тренеры и той, и другой команды. Зернов с мячом. Есипов. Явно Зернов ждал от Есипова, что тот вернет ему мяч. Но Есипов решил сам попробовать развернуться и прорваться в штрафную. Не получилось, но атака продолжается. Смирнов. Опасно сейчас бил по воротам Веретенников. Зрячий был удар в дальний угол, в дальнюю девятку ворот Александра Филимонова. Направлял мяч капитан волгоградцев. Мы сейчас смотрим повтор этого удара, а судья-информатор сейчас объявил здесь по стадиону, что московские динамовцы вышли вперед в счете. Напомню, что они играют в гостях, играют в Владикавказе с местной Аланией. Ну что ж, если динамовцам удастся довести до победы и эту встречу, то можно говорить о том, что приход Георгия Ярцева в команду встряхнул футболистов. И можно ожидать, что московские динамовцы постараются выбраться из подвала в турнирной таблице, куда они попали вот после первых 12 туров. Тем временем футболисты волгоградского ротора получают право на штрафной удар. Естественно, что у мяча Веретенников. Ну что ж, метров 38-40 до ворот. Не стал сейчас Веретенников бить по воротам. Просто так подрезал мяч в район 11-метровой отметки в надежде, что кто-нибудь из его партнеров успеет к этому мячу. Но никто туда на эту передачу не пришел. Я вот сейчас снова смотрю на поле, пытаюсь понять, кого же заменил Николай Олейников. Я-то думал, что он вышел на поле вместо Дениса Зубко, но, по-моему, Зубко на поле. Робсон сейчас довольно опасно действовал против Борзенкова, но свисток Ибрагимова молчал. Впрочем, с мячом были волгоградские футболисты. Спасибо, и это я благодарю наших редакторов нашего репортажа, которые мне подсказывают, что заменен был Виталий Абрамов, 11 номер, покинул поле, уступив на свое место Николаю Олейнику. Ну что ж, разобрались совместными усилиями. Спартаковцы начинают атаку. Тихонов на левом краю.
перевод мяча на противоположный фланг спартаковской атаки. Там Парфенов. Оленичев не успел этот мяч обработать. Уходит он за боковую линию. Будут его вводить из-за боковой в игру волгоградские футболисты. Беркетов начинает атаку своих партнеров. Тут ему пришлось, в общем-то, побороться и с Робсоном, и с Конищевым. Робсон, а слева, справа Конищев. Робсон делает передачу. И Конищев забивает свой второй мяч в этой игре. Вот так одна ошибка волгоградских футболистов. И счет становится 2-0 в пользу московского «Спартака». Ну что ж, похоже, что в московских встречах этих команд забитые мячи будут серийными. То есть кто-то из игроков будет выдавать серию. В прошлом сезоне это были Бузникин и Зернов. Сегодня это удалось Анатолию Конищеву. Два мяча он провел в ворота Платона Захарчука. «Спартак» выигрывает 2-0, 76-я минута. 76-я минута матча. Анатолий Конищев, 16-й номер «Спартака». Так теперь значится на табло. 56-я и 76-я. А это значит, что у волгоградцев остается не так много времени. Всего лишь 14 минут, чтобы попытаться исправить положение, попытаться спасти этот матч. Напомню, центральная игра 13-го тура. Вы смотрите репортаж на телеканале «Россия». Еще одна опасная атака. Угадал. Уже можно сказать, что угадал замены Олег Иванович Равманцев. Выпустит на поле во втором тайме Конищева и Робсона. Именно два этих футболиста, по сути дела, и создали голевые ситуации. И два мяча в ворота Платона Захарчука. И ротор идет в атаку. Смирнов. А здесь Горлукович. Арбитр боковой показывает, что можно играть. Конищев снова получает мяч от Цимбаларя. В центре штрафной Робсон. Уступали сейчас друг другу спартаковцы право для удара. И удар Оленичева пришелся в Тихонова. Как сейчас хорошо Тихонов открылся. И как партнеры его увидели. Но вот удар не получился у 11 номером спартаковцев Андрея Тихонова. Вот сейчас на ваших экранах. Андрей Тихонов, именно его точный удар принес победу московским спартаковцам в финале Кубка России этого сезона. В общем-то, Тихонов, я не хочу сказать, что он уже набрал форму, но, по крайней мере, находится в очень неплохой сейчас форме полузащитник «Спартака», и это явно усиливает игру спартаковцев в атаке. И снова Тихонов устремляется вперед. Тут за ним Смирнов. Его преследует. И нарушение правил. Нарушили правила против Конищева. Лом Али Ибрагимов показывает, что мяч надо все-таки поставить на ту отметку, где нарушены были правила. И снова ввести его в игру. Разрешил сейчас Лом Али Ибрагимов выйти на поле врачебной бригаде «Спартака». Ну, я думаю, что, в общем-то, ничего серьезного. Хотя, вы знаете, нет. Вот так тянулся за мячом сейчас Анатолий Конищев. Но будем надеяться, что ни растяжение, ни, боже упаси, разрыва мышц или связок у него нет.
Да, похоже, что все в порядке. Конищев поднялся, пошел вперед. Но даже не прихрамывая, поэтому обошлось. Обошлось без травмы. Спартаковцы ведут в счете. У мяча Оленичев, Цимбалар и Мирослав Ромащенко. Нет, Тихонов в офсайде, поэтому поднят вверх флажок арбитра, и волгоградцы будут вводить мяч в игру со свободного удара. Оленичев передачу делает на Робсона, а Робсон не сумел сейчас обыграть Беркетова. Зернов. И снова потеря мяча. Вот во втором тайме волгоградцы стали чаще ошибаться, и мы видели, что их ошибка привела ко второму забитому мячу. Есипов. Не поверил сейчас Валерий Есипов Олейникову, который там предлагал себя на левом фланге. Я вам говорил о том, что волей или неволей мы будем сравнивать игры российского чемпионата и чемпионата мира. И вот у меня тут же пришло в голову сравнение, когда я сейчас вместе с вами наблюдал, как Есипов останавливал мяч, пытаясь подработать его себе грудью. Что можно сказать? Можно сказать только одно. У Клинсмана это получается гораздо лучше. Александр Филимонов будет вводить мяч в игру. Ну, довольно точная передача Филимонова на Конищева. Правда, нападающий Спартака действовал здесь с нарушением правил. Смирнов. И упускает волгоградцы этот мяч за лицевую линию. От ворот. А до конца сегодняшней встречи остается не так уж много времени. Где-то порядка 38 минут отыграли команды, если судить по моему секундомеру во втором тайме, значит где-то еще минут 7-8. Ну это в зависимости от того, сколько добавит Ломали Ибрагимов. Робсон. Рука. Жест судьи, главного арбитра сегодняшнего матча Ломали Ибрагимова красноречив. Подыграл себе рукой спартаковец, поэтому мяч получили волгоградские футболисты. Цимбалар в подкате выбивает мяч. Осинов выводит его из-за боковой. Здесь Горлукович. Зубко вели борьбу сейчас за этот мяч. И снова он оказывается в ауте. Еще одно сообщение судьи-информатора по стадиону. Шинник одержал победу со счетом 1-0. Напомню, что Шинник сегодня играл на выезде в Тюмени. Ну, футболисты Тюмени — это аутсайдеры нынешнего турнира. Команда занимает последнее 16-е место. И напомню, что в предыдущем туре футболисты волгоградского ротора у себя на поле тюменцев обыграли с крупным счетом 5-1. Веретенников. Штанга. Нет, вы знаете, мне почему-то показалось, что мяч попал в штангу, но на самом-то деле он влетел в сетку ворот Александра Филимонова. Не знаю, почему у меня такое впечатление создалось, но так или иначе. 2-1 таким становится счет на 85-й минуте матча.
Вот только кто отличился у волгоградцев, то, что передачу выполнял Олег Веретенников, это мы с вами видели точно. Но сейчас дождемся появления на табло фамилии автора этого забитого мяча. И еще 5 минут остается. Я думаю, что есть возможность, есть время у волгоградцев, чтобы свести, спасти эту встречу, забить второй мяч в ворота Филимонова. Ну вот как-то бездарно они сейчас распорядились мячом. Оленичев. Уже друг друга не поняли спартаковцы в этой ситуации. Мне снова подсказывают редакторы в трансляции, что автором мяча стал Валерий Есипов. Вот сейчас он на ваших экранах. Валерий Есипов, 2-1. Есипов забивает уже шестой мяч, свой шестой мяч в нынешнем чемпионате. Это Веретенников решился на дальний удар. Ну что ж, мяч до ворот не дошел, но угловой капитан волгоградцев заработал. 85-я минута, Есипов. Записываем, 2-1. И есть еще время, есть практически все волгоградцы в штрафной Спартака. Конищев. Один против двоих. Не сумел сейчас Анатолий Конищев переиграть Михаила Осинова. Был шанс, неплохой шанс для контратаки у спартаковцев. Но сейчас, я думаю, спартаковцы не будут торопиться. Спартаковцы в атаке. И снова объявление судьи-информатора. После первого тайма, вернее, заканчивается первый тайм на стадионе на Песчаной улице. Там армейцы играют с торпедовцами. Счет пока ничейный, 1-1. А у нас в атаке спартаковцы. Но похоже, что сейчас и Цимбаларь, и Титов хотели забежать с мячом в ворота. Захарчука, Тихонов. Бил по воротам, но там слишком много. Это был ног защитника волгоградского ротора. А вот то, что не удалось сделать Андрею Тихонову, сделал Мирослав Ромащенко. Белорусский легионер Спартака, защитник спартаковцев, забивает третий мяч сегодняшней встречи. Третий свой гол в нынешнем чемпионате. Буквально, наверное, минуты 2-3 прошло после того, как волгоградцы сократили в разрыв в счете. У них, казалось бы, появился шанс отыграться. Но вот я думаю, что Мирослав Ромащенко уже ставит точку, победную точку в сегодняшней встрече. А может быть, я ошибаюсь. Давайте подождем. 88-я минута игры. Мирослав Ромащенко 3-1. И снова в атаке. В атаке с мячом был Олег Веретенников, но против него действует с нарушением правил. Какой красивый, какой захватывающий получился второй тайм сегодняшнего поединка. После первых 45 минут на табло значились нули, а вот вторые 45 минут мы уже с вами увидели 4 мяча. Я боюсь, может быть, и еще увидим, по крайней мере, если сейчас Веретенников отважится на удар, а он с таких позиций бьет. Но на этот раз Филимонов. Филимонов внимателен и сыграл в этом эпизоде безукоризненно, голкипер москвичей. Робсон справа на правом крае атаки Спартака. Яцимбалай переводит мяч налево. Здесь Оленичев и Тихонов. Судья, боковой арбитр сегодняшней встречи, так вот подумал и решил все-таки зажечь флажок, зафиксировав положение вне игры у капитана московского Спартака. Беркетов пошел вперед, отважился последний защитник ротора, отважился сам пойти в атаку, но... Мяч потерял, правда, у Спартака здесь ничего не получилось. Волгоградцы сразу трех спартаковцев оставили в положении вне игры. Веретенников. Еще один удар.
Но вот в эти самые минуты, в последние минуты матча, капитан волгоградцев Олег Веретенников берет всю ответственность на себя, пытается своими знаменитыми дальними ударами изменить ход встречи. Но, честно говоря, в общем-то, наверное, хотелось бы, чтобы партнеры Веретенникова активнее поддерживали своего капитана в атаке. Сейчас Олег шел с мячом вперед, но, в общем-то, предложений для продолжения атаки у него было не так уж и много. Есипов снова дает мяч Веретенникову, Веретенников возвращает мяч обратно Есипову, а уже следующая передача 10-го номера волгоградцев оказалась неточной. И Спартак, в свою очередь, теряет мяч. Зернов. Сейчас Беркетов показывал партнерам, чтобы они подошли чуть поближе к нему. И звучит финальный свисток арбитра сегодняшней встречи Лум Али Ибрагимова. Свисток, который зафиксировал, что в матче 13-го тура, в котором встречались московские спартаковцы и волгоградский «Ротор», победу одержали москвичи со счетом 3-1. Смирнов сейчас устремился в атаку по правому флангу. Передачу делал в направлении Веретенникова, но там Филимонов внимателен и первым успевает к этому мячу. Робсон. Робсон. И мяч влетает в ворота Платона Захарчука. Анатолий Конищев. Именно он становится автором первого забитого в сегодняшнем матче мяча. Справа Конищев. Робсон делает передачу. И Конищев забивает свой второй мяч в этой игре. Вот так одна ошибка волгоградских футболистов. И счет становится 2-0 в пользу московского «Спартака». Ну что ж, похоже, что в московских встречах этих команд забитые мячи будут серийными. То есть кто-то из игроков будет выдавать серию. В прошлом сезоне это были Бузникин и Зернов. Сегодня это удалось Анатолию Конищеву. Два мяча он провел в ворота Платона Захарчука. «Спартак» выигрывает 2-0, 76-я минута. 76-я минута матча. Анатолий Конищев, 16-й номер «Спартака», так теперь значится на табло. 56-я и 76-я. Штанга. Нет, знаете, мне почему-то показалось, что мяч попал в штангу, но на самом-то деле он влетел в сетку ворот Александра Филимонова. Спартаковцы в атаке, и снова объявление судьи-информатора. Вернее, заканчивается первый тайм на стадионе на Песчаной улице. Там армейцы играют с торпедовцами. Счет пока ничейный, 1-1. А у нас в атаке спартаковцы. Но похоже, что сейчас и Цимбалари, и Титов хотели забежать с мячом в ворота Захарчука. Тихонов бил по воротам, но там слишком много. Это было много защитника волгоградского «Ротора», а вот то, что не удалось сделать Андрею Тихонову, сделал Мирослав Ромащенко. Белорусский легионер «Спартака», защитник «Спартаковцев», забивает третий мяч в сегодняшней встрече и третий свой гол в нынешнем чемпионате. Буквально, наверное, минуты 2-3 прошло после того, как волгоградцы сократили в разрыв счете. У них, казалось бы, появился шанс отыграться.